В Москве умер участник рок-группы «Танцы минус». Участник рок-группы «Танцы минус», гитарист Антон Хабибулин, умер в одной из московских больниц 20 декабря. Об этом в среду, 21 декабря, ТАСС сообщил основатель группы Вячеслав Питкун, да, умер. В больнице, вчера вечером, в Москве, в реанимации. После операции. Объявили цену на «Москвич-3», она составила 1,97 миллиона рублей, 21 декабря 2022 года. Производство «Москвича-3» стартовало в декабре. Власти Афганистана запретили женщинам учиться в университетах. Движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане в 2021 году, запретило женщинам посещать высшие образовательные учреждения страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Министерства образования правительства талибов. Лучший бомбардир РПЛ перейдет в крылья Советов за 100 миллионов рублей. Нападающий Оренбурга и сборной России Владимир Сычевой согласился на переход в самарский клуб, осталось только подписать документы. Гололед ожидается в Петербурге после дождя, прогноз погоды синоптика Колесова 21 декабря 2022 года. Пока гололеда в Петербурге еще мало, но станет больше после дождей. 11 причин, почему Аргентина стала чемпионом мира. Мнение Игоря Рабинера. Исторический матч Малкина. Прошил Шестеркина и стал вторым русским бомбардиром в НХЛ. Евгений сравнялся по очкам с Сергеем Федоровым и помог Питтсбургу обыграть Рейнджерс. Фанаты сборной Аргентины нанесли ранения полицейским и украли банкомат в прямом эфире. В Буэнос-Айресе целым рядом инцидентов сопровождалось чествование сборной Аргентины по случаю победы на ЧМ-2022 в Катаре. Упивственный аргумент. Импортное пиво могут обложить пошлинами за недружественность. 23 декабря назначенных сенаторов от новых регионов представят в Совете Федерации. Из 6 членов Верхней Палаты Парламента 3 имеют прямое отношение к территориям. На базе Альфа Ромео Джиулия сделали очень красивое купе. Итальянское ателье Загата разработало стильное трехдверное купе на укороченной базе заднеприводного седана Альфа Ромео Джиулия. Машина носит в названии приставку SWB Загата. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!